Доброе утро, братья и сестры. Благословит Господь сегодняшнее служение. Будем молиться. У нас есть две просьбы. Сестра Наташа попросила помолиться за брата. Он сейчас в Одессе, живут они. Упал, сильно упал, ушибся, повредил, видимо, позвоночник, наверное, да? Вот. И лежит в реанимации уже 2 недели. Ну, вроде немножко стали двигаться пальцы на руках. Вот. И его жена попросила помолиться нас, ну, сестра вот нас. Говорит, знаю, что вы верующие. Пожалуйста, помолитесь. Мы помолимся за эту проблему. И также... сестра Вера попросила за дочь помолиться. На неделе ей будет сделана операция, там, по-женски. Вот, чтобы тоже прошла успешно. Ну и мы за Соню помолимся. Она здесь сегодня. Вчера она очень страдала сильно. Давайте. Давайте. Дорогой наш Небесный Отец, Господь, Господи, и мы сегодня пришли к Тебе, Боже. Пришли, Господь. Ты сказал, где двое-трое соберутся во имя Твое, Ты там все будешь среди нас. Боже, верим, Господь, что Ты слышишь нас, Боже. И вот, Господь, перед началом мы хотим, Господь, отдать Тебе, Господь, наши голоса, Господь, Господи, наши просьбы, Господь. Мы присоединяемся, Господь, к нашей сестре, Господь, о своем брате, Господь, который попал в такую тяжелую ситуацию, Господь, лежит больной, Боже, Господи, семья, Господь, все вокруг него, врачи, Господь, а он, Господь, был без движения, но сейчас, Господь, тихонько возвращается, Господи, и мы просим, Господь, чтобы Ты, Господь, пришел, Господь, к нему, коснулся, Господь, его тела, Боже, благослови, Господь, врачей, которые там, Господь, находятся, Господь, благослови, Господь, их руки, Господь, их умения, Господь, дай им мудрость, Господь, что делать, Господь, как, Господь. Но, Господь, только Ты, Господь, можешь исцелить, Господь, Боже. И мы просим, Господь, Тебя, пожалуйста, Господь, приди, Господь, к нему, Господь. Поможи, Господь, эту спину, Господь, тут вот, нерв, Господь, который, Господь, плохо действует, Господь. Верни, Господь, его к жизни, Господь. И, Господь, и благослови, Господь, их, и его, и жену, Господь, Господи. Пусть они, Господь, увидят, что Ты живой Бог, Господь, который действует. Пусть, Господь, коснись, кожу, Господь, также своей рукой. Коснись их души, мы просим во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. И, Господи, за нашу дочку нашей сестры, Господь, Веры, Господи, ей будет сделана операция, Господи. И просим, Господь, чтобы тоже, Господь, прошла, Господь, хорошо, Господь, удачно, Господи. Благослови врачей, Боже, благослови, Господь, их руки, их сердца, Господь, Боже, благослови, Господь. И благослови, Господь, также и ее саму, Господь. Пусть она тоже, Господь, увидит, что Ты, Господь, тот же Бог, Господь, который был, Господь, 2000 лет назад, и исцелял больных, Господь, возвращал к жизни, Господь, Господи, и это Ты тоже, Господь, можешь сделать. Благослови, Господь, пожалуйста, Господь, коснись ее, Господь. Также ее отдаем в Твои руки во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. И, Господь, мы также еще просим за сестру Соню, Господь. Господи, Ты видишь, как дьявол причиняет ей такие боли, Господь, страдания, Боже. О, Господь! Но в Твое слово говоришь, что тот, кто нас сильнее, того, кто в мире. О, Боже, и просим, Господь, чтобы Ты, Господь, полностью изгнал этого, Господь, Боже, благослови, Господь, даруй, Господь, ей свободу, Боже, дай, Господь, славить Тебя, Боже. И все это мы Тебя просим во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. А сейчас, Господи, благослови наше служение, благослови, Господь, наше прославление, Господь, когда мы будем восхвалять Тебя, Боже, нашего Господа, чудного Господа Иисуса Христа. Благослови, Господь, пожалуйста. И благослови, Господь, слово, которое сегодня будет звучать, Господь. Благослови брата, который будет проповедовать, Господь. Все это мы Тебя просим во имя Иисуса, Господь. Благослови и прибудь с нами сегодня. Ходи среди нас, Господь, и касайся, Господь, каждого, Господь. Касайся каждую душу, Господь, каждого тела, Господь. Все это мы Тебя просим во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Thank you.
Господь славить сегодня утром. Много воды поставили для меня специально. Что за день искупления полного, избавления, радуйся и ликуйся, земля. Пришло восстановление, и теперь юбилейный год никогда больше не пройдет, и ничто I'm not afraid to die.
Христе явилась. Стою я на колени вновь, благодаря Его за милость. Господь мой, Его Варавва, Его Ваирион, вскоре Его покоюсь я, ведь Он более чем силен. Иисуса Христа. Я благодарен Богу, что мы можем вновь собраться здесь. Хочу сразу поприветствовать брата Жоржа и нашу сестру Лену, их деток. Вот, мы рады, что можем вас видеть и иметь совместное общение. Думаю, что Бог даст благословение нам всем. Вот, и сегодня будет служить брат Виталик. Мы пользуемся тоже этим моментом, чтобы использовать этот дар для блага нас. Вот, он согласился остаться здесь на выходные и провести с нами служение. Вот, слава Господу. Ну, кто-то сейчас еще в разъездах находится, вот, кто-то уже на месте. Знаете, вообще мы очень благодарны Богу за Его неизменную милость. Знаете, когда утром встаешь и видишь, как уже солнце встало, вот, и ты находишься под влиянием этого света, этого солнца, ты можешь заниматься своим делом, ты можешь жить, знаете, и это каждый день. Если бы солнце однажды бы не взошло бы над землею, то было бы беда, правда? Была бы проблема, все начало бы погибать бы, все началось рушиться, начались бы катаклизмы, начались бы другие всякие проявления, но Бог своей богатой милостью поставил так, чтобы каждый день мы видели восход этого солнца. А оно дает эту жизнь. Знаете, мы на лагере, я говорил эту серию проповедей, что Сын дан нам. Помните, пророк говорит на английском «сын» и «солнце» — это оно имеет как бы одно звучание и так дальше. И когда мы видим, что солнце нам дано, да, каждый раз нам дано солнце, мы говорим, что каждый день нам дан Сын. И когда это солнце встает над этой землею, то все пробуждается к жизни, да? Знаете, ночь, все затихает, все тихо и так дальше, никакого движения. И так это, но когда начинается рассвет, когда солнце поднимается, начинается пение птиц, начинается все пробуждаться к этой новой, новой жизни. Я так благодарен Богу за то, что Сын взошел над этой землею. А когда всходит другое солнце, это вечное солнце, потому что как бы ни было, мы знаем, что это солнце, оно все равно имеет определенное время и так дальше. Оно было создано для определенной цели. Но когда мы говорим о нашем Сыне, когда мы говорим об Иисусе Христе,
Когда мы говорим об этом славном восходе, пасхальное утро, когда Сын был воскрешен, когда Он воскрес, когда Он восстал над землею, для чего? Для того, чтобы пробудить всех к жизни, чтобы мы попали под Его влияние и так дальше. И когда мы говорим, начинается все пробуждаться от этого естественного семени, то есть солнца, пробуждается естественное семя, тогда мы говорим о сверхъестественном семени. Есть еще другое семя. И это солнце, естественное солнце, не пробудит это семя к вечной жизни. Но когда взошло другое солнце, оно нас пробудило к вечной жизни. Аминь. От другой земли. Здесь природа, здесь естественное семя пробуждается в этом. Но есть сверхсемя, сверхъестественное семя. Аминь. А оно не находится на этой земле, естественно. Оно находится на другой земле. Аминь. И мы знаем, что это за земля, правда? Это Его Слово, это Его Библия, где были записаны имена, где были записаны, находилось то сверхъестественное семя. И когда солнце осветило свое слово, когда солнце осветило Библию, вы знаете, персонажи этой Библии, или будем говорить, тайна имен, которая была сокрыта в персонажах этой Библии, оно начало проявляться к жизни в наше время. Тайна имени начала проявляться, потому что кого Он предопределил, тех Он и призвал. Аминь. Как Он призвал? Через свет Своего Слова, через это великое солнце, через Своего Сына. Этот свет начал падать на это семя, и тайна имени начала пробуждаться. Боже мой, какая картина! Откуда вы взялись? Откуда вы пришли? Мы можем сказать, я родился от папы и мамы. Это естественное семя. Но откуда взялась другая жизнь? Она была сокрыта, это было тайной. И для пробуждения этого семени нужен был свет другого солнца. О, мой Боже, насколько прекрасно, да? Когда Сын Человеческий раскрылся в наше время, когда этот великий свет засиял над своей книгой, и там были сокрыта тайна Его невесты, тайна Его возлюбленных, тайна этих имен, которые Он записал прежде создания мира. И эти персонажи начали выдавать нечто, выдавать эту тайну, которая начинает раскрыться где? В вас, в невесте и так дальше. И мы начали выражать ту меру той благодати, которую Бог нам даровал. Поэтому мы очень благодарны Богу за эту тайну, раскрытую в наше сегодняшнее время. Люди ищут эту тайну, а тайна среди нас. Люди и ждали Мессию, а Мессия ходил среди них. Аминь. И я так благодарен, что сегодня здесь есть те свидетели истинного солнца, которые желают находиться во свете этого солнца. Для чего мы сюда пришли? Чтобы попасть под свет этого солнца. Аминь. Которое будет сегодня сиять. На что? На нас. Для чего? Для того, чтобы мы дошли до совершенства. Для того, чтобы мы вошли в мужа совершенного. Выразили это. Поэтому мы пришли сюда с большим удовольствием. И я верю, что Господь благословит сегодняшнее это служение, и Сын будет служить нам. Сын будет сегодня, потому что выражаться. Почему? Потому что Сын дан нам. Писание говорит, Сын дан вам. Владычество на ременах Его. Сын дан вам. И мы благодарны, что этот Сын не был только 2000 лет назад. Что этот Сын дан нам и на сегодняшний день. Аминь. И мы пришли во свет Его солнца. Пусть Бог благословит вас. Давайте мы будем молиться, попросим благословения. И у нас есть некоторые просьбы. Я хочу сегодня, чтобы за нашу сестру Аллу помолиться. Она здесь в Санторишках находится. И неизвестно, врачи не могут найти, обследуют, найти причину. Вот сбивают температуру, температура все равно поднимается. Поэтому давайте мы вознесем нашу молитву к нашему великому врачу, который устрояет и который знает всю причину. Врачи могут искать и могут не найти и так дальше. Но стоит Господу посмотреть на это место, посмотреть на этого человека. Он знает все в совершенстве, он знает эту причину. И он великий врач, которому не нужна эта химия, не нужны эти медикаменты и так дальше. Поэтому мы давайте обратимся с верою на это. Как там сестра Аня, наша теща твоя, болеет? Сестра Аня наша, она еще тоже находится
заболела, давайте мы еще и за нее помолимся. И мне написал просьбу такую, это Андрей Ковров с Новокузнецка. Вот, и он попросил помолиться, тоже вознести молитву за его жену. И не помню, как ее зовут, Нелли или как там, ну, не имеет значения. Вот, и у нее рак, и он просил, чтобы мы совершили молитву за нее. Знаете, у Бога нету там проблемы, какая бы болезнь ни была и какая стадия бы ни была бы. Потому что Бог наш всемогущий. Если Он воскресил Лазаря, которого тело уже 4 дня лежало в гробе и уже начало разлагаться, и уже воняло неприятно и так дальше, и только Его одно слово, и Лазарь был полностью восстановленный, поэтому не имеет вообще для Него никакой проблемы. Поэтому мы обращаемся к всемогущему Богу. Давайте мы с верой приступим и попросим благословения для них и на это собрание. Наш Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за эту Твою великую милость, за это великий свет, который исходит из Сына, из Слова Божьего, чтобы освещать нас, чтобы мы были бы проявлены, Господь мой, чтобы тайна, Господь, которая была сокрыта от веков и родов, была выражена сегодня в невесте, Господь мой, через те имена, которые были вызваны из этой великой книги Библии, Господь мой, Боже мой, и эти персонажи начнут выражать ту же самую жизнь, то же самое проявление, Господь мой, Боже мой. Ты сокрыл это, Господь, и Ты сокрыл это, Господь, в этих образах, Боже мой, Иисус, которые мы читаем в этой Библии, в этих персонажах, в этих именах, Господь, мы знаем, что там было сокрыто нечто большее, Боже мой, чем было открыто в то время. И мы так благодарны Тебе, Иисус мой. Пусть будет имя Твое сегодня прославлено. Мы благодарны Тебе, Боже мой, за нашу сестру Аллу, Боже мой. И она поехала туда, в Новокузнецк, отдохнуть, но враг там ее как-то, Боже мой, ухватил, Иисус, и у нее началась эта высокая температура, какая-то инфекция. Мы сейчас приходим к Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Боже мой, Ты сказал, что бы вы ни попросили, во имя Мое будет вам, Господь мой, Боже. И мы обращаемся сейчас, Господь мой, во имя Твоей жизни, во имя того, Господь, что было проявлено на этой земле, Господь мой, Боже, Иисус, что Ты тот же самый вчера, сегодня и вовеки тот же, Боже мой. Мы обращаемся к Тебе, к этому великому, живущему Богу, к этому солнцу, Боже мой. Иисус, когда солнце всходит, вся тьма уходит, Боже мой. Иисус, все то, что имело силу, все, что имело власть, пока не было этого света, оно царствовало. Но когда Сын зашел, когда солнце всходит, Боже мой, тьма отступает, она просто исчезает. И я молю Тебя, Боже мой, во имя Иисуса Христа, пусть этот свет зайдет в эту палату, Боже мой, Иисус. И какой бы там ни был бы бес, какая бы ни была проблема, Боже мой, она просто исчезнет от Твоего присутствия. Мы просим Тебя, Господь мой, благослови нашу сестру Твоей присутствии, и этого будет полностью достаточно. Войди в эту палату, Господь мой, этим великим светом, Боже мой, я знаю, что всякий бес не может устоять перед этим светом. Благослови ее, Господь мой. Мы молим Тебя, Боже мой, за нашу сестру Аню. У нее тоже поднялась температура, Господь мой. Мы молим Тебя за нее во имя Иисуса Христа, Господь мой. Благослови, Боже мой, пусть это произойдет и там с нею, Боже мой. Когда приедут дети там навещить или хочется это собрание, да получим мы это известие, Господь мой, что Ты великий свет. Исцелил ее, Господь мой, и восстановил ее, Боже мой, всякая тьма бежала от нее. Мы просим Тебя об этом с благодарностью, что Ты слышишь нас. Господь, и наш дорогой брат Андрей, сколько он делал, когда я приезжал, Господь мой, туда с Юрой и другими братьями, он служил нам, Господь мой, Боже мой. Иисус, он делал все, что только можно, чтобы нам было бы хорошо. И теперь, Господь мой, его дорогая жена, она находится в критическом ситуации, она находится под этой болезнью, Боже мой, Иисус. Но мы молим Тебя во имя Твое, во имя Господа Иисуса Христа, Боже мой, пусть этот же самый ангел, которому нету границ, которому нету времени, Господь мой, Иисус мой, сейчас зайдет, где она находится, Боже мой, и осуди этот рак, осуди своим светом этого демона, да не найдет он места в этом теле, Господь мой. Во имя Иисуса Христа мы отдаем эту проблему Твои святые руки, тоже с благодарностью, что Ты слышишь, и мы ждем этой победы, Господь мой. Слава Тебе, Иисус мой, что Ты тот же самый победитель, который был и вчера. Аллилуйя Тебе, Господь мой. Все даем под Твой контроль. Благослови, Господь, и это служение, Боже мой. Мы молим Тебя, Господь, благослови каждое
каждое сердце, когда будет этот свет светиться, Господь мой, да никто не находится, Господь мой, под прикрытием какого-то колпака, Боже мой, дай нам выйти наружу, Боже мой, на это света, Господь, как мы можем находиться в доме, Господь мой, когда солнце взошло и шторы закрыты, и мы можем использовать какую-то керосинку или электричество, или там что-то, Иисус мой, Боже мой, но когда мы выходим из этой комнаты, мы находимся совершенно под совершенным светом, Боже мой, дай каждому из нас выйти, Господь, из своих плотских мыслей, из своих плотского духа, Господь мой, Боже мой, Иисус, чтобы войти в этот свет, Господь мой, и выразиться перед этим светом, Господь мой, благослови, я прошу Тебя, Виталика, Боже мой, свети через него, как только можешь, Господь мой, Иисус, а мы благодарны Тебе, и пусть Ты еще будешь прославлен больше в этом песнопении, в этом поклонении. Мы хотим воспеть Тебе хвалу. Ты достоин этой хвалы, Господь мой. И мы благодарны Тебе, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Благословит вас Бог. Поприветствуйте. Боже мой, еще раз, благослови, Господь, и то пожертвование, которое мы хотим принести, Господь мой, для славы имени Твоего, Боже мой, для тех служений, которые мы несем в этой церкви. И за все Тебе слава. Аминь. Благословите братьев, сестер рядом стоящих. От веры к веру по ступеням поднимаюсь. От славы в славу постепенно изменяюсь. Господь ведет и поднимает высоту. И в совершенный образ слова я расту. Бог – автор веры и завершитель. Я в нем уверен вполне. Теперь я больше, чем слышу слово от Него, приходит вера. И снизу снова создается атмосфера, где Дух Святой трудиться может продолжать, чтоб пирамиду моей жизни увенчать. Бог – автор веры и завершитель, я в Нем уверен вполне.
Сердце в Боге — это сила, и успех мой в Господе Папе. Слово тайну радости раскрыло, места для печали больше нет. Господь — моя радость, Господь — моя сила, мое упование и мой абсолют реального Бога. Не скоро скрываю, и я тут и вечный год от Него. Радуюсь, что я пришел от Бога, чтобы здесь Его волю исполнять. Там, где Дух Господень, свобода. Духа я не буду угашать. Господь моя радость, Господь моя сила, мое упование и мой абсолют реального Бога. Не слово раскрыла, и я тоже вечный Его атрибут. Радуюсь, имея основание, что могу во всем Богу доверять. И тогда любые испытания с радостью великой принимать. Господь моя радость, Господь моя сила, мое упование. Это не скрываю. Для меня Господь столько совершил, всю хвалу Ему я воспеваю. Сердце Он мое возвеселит. Господь моя радость, Господь моя сила, мое упование и мой абсолют. Тоже вечный Его атрибут, и ты тоже вечный, и ты тоже вечный Его атрибут. Слава Господу. Садитесь, пожалуйста. Брата Джордж, плиз. Для нас Дима Доронин перевел эти слова, чтобы мы могли отождествиться. Будем читать, отождествляться с этой песней. Пусть Господь благословит. Translation. Greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Greetings from, I bring greetings from the church in Dublin. Я принес приветствие со своей церкви из Дублина. Yeah. All the saints, they are doing well. И там у святых все замечательно. And they wish you all well. И мы желаем вам всем самого наилучшего. It's nice to be in the presence of the saints like this. Здорово быть в присутствии святых, таких как вы. Я чувствую себя таким счастливым. You, when you're singing, we all singing. Когда... It reminds me of a song we learned years back. A song we sing back home. И эта песня мы поем ее. There's там, going to be a meeting in the air. Там будет встреча в высоте. In the sweet, sweet by and by. Sweet, sweet by and by. Скоро близок тот час свидания, сладкий I'm час going мышления to meet you, I'll meet you over there. Там я встречу тебя, ждет встреча нас in my home beyond в чудном the sky. Доме в небесах.
So it's really good. I like what brother Pavel was saying about prayer. И это замечательно. Мне понравилось, что брат Павел говорил о молитве. If there's one thing I like, Dima knows for a fact. И вот если что-то одна вещь, которая мне нравится, Дима знает. You speak to people. Я вот о чем я говорю с людьми. And you all know I only speak of prayer. И вы все знаете, я говорю только о молитве. Because I like to experience prayer. Потому что мне нравится переживать молитву. And brother Pavel was saying. И как брат Павел говорил. He was saying, you know, he was rebuking those demons by Sister Anna's bedside. Он осуждал демонов у сестры Аллы. He was praying for the brother's wife with cancer. Он молился за жену брата, который рак. He was praying for another brother situation. Он молился за еще одну сестру. Now I like to take note of those things. И мне нравится просто примечать эти вещи. In church. Before the prayer meeting, I take my phone. I start taking all my prayer requests. В церкви до молитвы я беру, я просто пишу заметки о молитвенных нуждах. I have prayer requests from 2010. У меня есть молитвенные нужды еще с 2010 года. Sometimes I look at them again. И иногда я просто просматриваю снова. And I'll be having a jubilee. И тогда у меня юбилей. Because I'll see. Alan Meehan, his boss, has cancer. И потому что я вижу, у меня заметка. Alan Meehan, у его начальника рак. His boss is not a believer. И его начальник он Alan неверующий. Alan is not a believer. И Alan сам неверующий. But with prayer. Но через молитву. He was delivered of cancer. Он был освобожден от рака. You see, so prayer changes every situation. Но молитва меняет всякую ситуацию. And while brother was praying. И когда брат молился. It was nice. Это было замечательно. Because we were backing him. Потому что мы его поддерживали. We were saying amen. Мы говорили аминь. So be it. Да будет так. So be it. Да будет так. See, the devil is wiser than us sometimes. Видите, дьявол иногда хитрее, мудрее, because чем мы. Because when they go to football. Потому что когда они идут на футбол. To invoke their players, the supporters. Для того, чтобы завести толпу. Screaming. Они начинают кричать. Screaming. Они начинают просто кричать. And that incites them to play harder. И это подталкивает игроков играть еще серьезнее. That's what we need to do. Поэтому вот что нам нужно we делать. Need, when brothers Pavel is praying, когда брат Павел молится, amen. Мы им должны говорить аминь. Amen. Аминь. And those demons by Sister Alla. И те бесы около сестры Аллы, они говорят, слушайте, ну перестаньте, пожалуйста. You see, so when we take these prayers home now, поэтому, когда мы эти молитвы дальше забираем we домой, go now to our closet. Мы идем в тайную комнату. Because remember, Jesus promised, потому что, помните, Иисус обещал. He said, when you go into your closet, Он говорил, когда вы пойдете в тайную комнату and you've closed the door, и закроете дверь, what you pray in secret, о чем вы будете молиться в тайне, God will reward you in open. Бог вознаградит вас явно. And the scripture says, these signs shall follow them that believe. И Писание говорит, верующих будут сопровождать сии знамения. The signs should still be there. Знамения это по-прежнему должны быть там. So brother, pray today. Поэтому брат помолился сегодня. I'm waiting now. И я теперь жду. For testimony. Для я жду свидетельства. Tomorrow. Завтра. Tuesday. Во вторник, Wednesday, в среду, Thursday, в четверг. We're waiting, мы ждем. Because he said, ask, seek, knock. Потому что он сказал, просите, ищите, стучите. They say the Greek term of ask, seek, knock. Они говорят, что по-гречески все вот is эти to слова be persistent in prayer. Они означают быть усердным и настойчивым because в молитве. Sometimes you go, you say, God, I've asked you for this so many times. Потому что иногда мы просто приходим и говорим, Господи, ну я столько раз тебя об этом просил. Why is it taking long? Ну почему так but долго he said, ask, seek, knock. Он говорит, просите, ищите, continue стучите. To knock. Продолжайте bring стучать. Sister Alla home tomorrow. Приведите сестру Аллу завтра bring домой. Healing to that sister with cancer. И принеси исцеление сестре deliver с раком. All the prayers, requests that were committed today. Принеси ответ на все молитвенные нужды, вознесенные сегодня. И я молюсь о всех вас. That God will bless you, и чтобы Бог вас and благословил. Grow your relationship with him in prayer. И чтобы ваше отношение с Богом в молитве вырастало. Imagine meeting a God who you never knew. Представляете, встретите Бога, которого вы никогда не Imagine знали. Abraham. Представьте Авраама. Abraham, when he heard God's voice, Авраам, когда он услышал and Божий one day he голос, God, и однажды он увидел he knows Бога, it's God. Он знает, что это Imagine Бог. We, God comes to us and we say, Представьте, Бог нам приходит, no, извините, а вы кто такой? Нет. We'll know who he is. Мы будем знать, because кто он такой. Him. Потому что He's мы его знаем. Потому что он нам говорил, когда мы and молимся ему. Only means of communication и молитва — это единственный способ коммуникации с Богом. Это единственный способ коммуникации с Богом. Мне нужно молиться Богу больше, чем разговаривать даже more со своим пастором. Больше молиться Богу, and чем разговаривать со своей женой и со своими детьми. И когда у тебя вот такое взаимоотношение. Amen, когда говорю аминь,
Jesus, when he said, "So be it," Иисус, когда сказал, the word was in here. Слово было в нем. The sons of Sceva said to say, "We rebuke you in the name that Jesus, that Paul or Paul preaches." И помните, когда говорили, мы изгоняем тебя, осуждаем тебя во имя Иисуса, которого проповедует Павел. But they didn't acknowledge the sons of Sceva. They didn't recognize them. Yeah. It's okay, brother. But if you have the word in you, но до тех пор, пока слово у тебя внутри, when you say amen, когда ты говоришь аминь, it's because I read it in the word. Это потому, что я прочитал это слово. And I believe those saints will be healed this week. Я верю, что эти святые не будут исцелены. I believe even tomorrow, sister Alla can be discharged. Я верю, что даже завтра сестра Алла может быть уже дома. I'd like to sing a song. Я хотел бы спеть песню. It's a simple song. Это простая песня. This song came to me when I was in hospital. Эта песня пришла ко мне, когда я был в больнице. Я болел. I think that time the doctors didn't know COVID wasn't. We didn't know about COVID. И в то время врачи еще даже не знали там, что такое COVID. So I dreamt of this song. И я приснил эту песню. Then the way I put it together, I took a lot of scriptures from the Bible. И то, как я ее сложил, я взял разные места писания. So the song is about Jesus. Great is thy faithfulness. О Иисусе, верность великая. So I translate. Amen. I'll try my best, saints. Но постараюсь как можно лучше святой. Thy covenant to a thousand generations. His hand is not too sure that it cannot save. Is it? Sorry. Something is wrong. I want to sing it to Jesus nicely. Great is thy faithfulness, thy covenant to a thousand generations. His hand is not too sure that it cannot save. His ear too heavy to hear. I consider the lilies, Solomon said, how they grow. They toil not, they spin not. Yet Solomon in all his glory was not a God faith. Great is the Lord and greatly to be praised. His ways is unsearchable. All generations shall praise his holy name. I'll meditate on the glorious splendor of thy majesty and thy wonder. This world. How excellent is thy name in all the earth, thy glory set above heaven. Out of the mouth of babes and sucklings, thou hast ordained thy strength. I consider the heavens, the works of thy fingers. What is man thou art mindful of? O the Son of Man, thou visitest. Great is the Lord, yes, the Lord, and greatly to be praised. His works is unsearchable. Glorious splendor of thy majesty and thy wondrous works. Whoa. Trust in the Lord with all your heart and lean not to thine own understanding. With all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Behold, he that keepeth Israel shall neither sleep
никто не достоин правды этой хвалы, друзья, кроме того, кому пришли вознести сегодня хвалу нашему Господу. Аминь. Я вас приветствую именем Господа Иисуса Христа. Вы знаете, правда, так благодарен Богу, когда брат Джордж вышел и тут начал говорить об этой молитве. Вы знаете, настолько правда, когда он говорил, настолько поднялась вера. Переживал, да, брат? Вот я сам здесь стою, волнуюсь, потому что у меня тоже есть эта натура, Виталик, который произошел от этого солнца, от земного. Вот, но внутри там есть тот атрибут Бога, то семя, на которое тоже посвятил этот наш сын, наш Господь. Вот, и мне хочется убрать себя в сторону для того, чтобы Дух Святой сегодня мог свободно выражаться, говорить и быть этим благословением. Потому что это может быть благословением временным, но если тот внутренний начнет говорить, если Дух Святой начнет двигаться, друзья, это то, что принесет для нас вечное благословение. О, мой Господь, слава Тебе! Правда, хорошая атмосфера. Пусть Господь вас благословит. Давайте откроем, пока стоим с вами, Бытие 24. Бытие 24, с 1 стиха. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему, «Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, «Потомству твоему дам сию землю». Он пошлет ангела своего пред тобою». Аминь. Друзья, я верю, что тот же самый ангел, который пошел с Элиезером для того, чтобы вывести невесту для Исаака, я верю, что тот же самый ангел снова находится здесь. Аминь. И цель его служения та же самая. Он пришел вывести невесту. Аллилуйя. И я верю, что когда ушел наш посланник, ангел не ушел, друзья. Он все так же занимается своим трудом. Аминь. Трудом взыскания, трудом, друзья. И вы знаете, это настолько похоже на 10 главу Откровения, что когда сильный ангел, друзья, потому что это та же самая глава. Аминь. Тот же самый ангел пришел с раскрытой книгой. Аминь. Вывести тех, чьи имена находятся в этой книге. Аллилуйя. Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену и сыну моему Исааку. Друзья, вопрос решенный. Он возьмет, поэтому и сегодня, если ангел пришел, он не вернется с пустыми руками. Он снова возьмет жену и снова ее вернет. Аллилуйя! Давайте 10 стих. «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел». Аминь. Поэтому я верю, что и наш посланник пришел не с пустыми руками. Аллилуйя! «В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города у колодца воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду, и сказал, «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку». Аминь. «И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». И 15 стих. «Еще не перестал он говорить,
И вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила. Я верю, друзья, что даже родословная, которая здесь описывается, тоже неспроста. Аминь. Потому что когда ангел в 10 главе сошел с раскрытой книгой, там тоже были сокрыты имена, там раскрывалась тайна родословной. Аминь. Поэтому седьмая печать, друзья, она вскрывает тайну вашего родословия. Кто вы такие? Откуда вы? Аминь. Поэтому здесь говорится, еще не перестал он говорить, вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, и кувшин ее на плече ее. Аллилуйя. Аминь, друзья. О, мой Господь, слава Тебе! Боже, мы так благодарны, Господь, что в каждом стихе Ты раскрываешь сегодня тайну, Господь, того, что Ты творишь. Боже, благослови нас сегодня своим присутствием. Сойди, Господь, Боже, помажь мои уста. Пусть этот, Господь, внутренний человек сегодня выражается, а внешний, Господь, будет умолен. Боже, благослови каждого из нас убрать в сторону, Господь, свои мысли, какие-то проблемы, но просто вериться в Твои руки, Господь, чтобы Ты мог иметь в нас первенство. Мы просим об этой милости в имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Пусть Господь вас благословит обильно. Хочу передать вам огромные приветы от нашего собрания в Мелитополе. Вот, я верю, что и от вас я повезу эти благословения. Вот, хочу, правда, поблагодарить вас за тот праздник, который здесь у вас проходил, и по милости Божьей. Я верю, что это, правда, ну, нельзя воспринимать как само собой разумеющееся. Я верю, что это подарок от Бога. И то, что вы открыли свои двери, своих домов, и то, что вы открыли церковь, что мы можем, я мог с супругой своей приехать, побыть, посетить вас. Меня просто переполняет эта благодарность и брата Павла, вашего пастора. Вот, и то слово, которое я там слышал, правда, оно несет огромное благословение, как для меня, я верю, и для вас. Друзья, и вы знаете, что сама та мысль, что Сын дан нам, это сильная вещь, правда, и мы понимаем, что это касалось Христа. Аминь. Но тот же самый Христос, друзья, Он сегодня находится не просто в небесах, Он находится сегодня в теле. И я верю, что тайна Христа, она была раскрыта в Иисусе. Но сегодня Бог раскрывает тайну Христа, выражающегося в теле, в невесте. Аминь. Поэтому мы понимаем, что не зря это было сказано, что то, что было сокрыто в этих сосудах, оно дано именно на сегодняшний день. Аминь. То есть у Бога есть запрос для сегодняшнего дня. И Бог сокрыл в вас нечто, чтобы ответить на запрос сегодняшнего дня. Аминь. И все, что происходит, Бог желает раскрыть вам то, чем вы уже обладаете, чтобы вы в это поверили, чтобы вы не сомневались в этом. И поэтому мы даже видим, что когда Ревека, она пришла к колодцу подчерпнуть воды, она не пришла с пустыми руками, друзья. Аминь. У нее был кувшин, пустой кувшин. Поэтому мы сегодня приходим с этим пустым сосудом для того, чтобы подчерпнуть эту воду. Аллилуйя. Подчерпнуть. Для чего мы это черпаем? Для того, чтобы напоить эту силу, которая и поведет нас домой. Поэтому сама мысль, что Сын дан нам. Вы поймите, если Бог сегодня нас вызывает из этого замешательства, из этого Вавилона, из нашего плотского родства, Он не просто так это делает, Он желает, чтобы тот внутренний человек, он занял, распознал свою позицию, занял свою позицию и стал служить другим. Аминь. Тот же самый ангел, который выводил Ревеку из дому. Друзья, это тот же самый ангел, который выводил из Вавилона свой народ. И он не просто вывел их, друзья, но он и ввел в их позицию. Он показал им их позицию и разместил позиционно. Для чего это делалось? Друзья, для того, чтобы они, распознав свою позицию, стали служить тем, чем они обладали. Поэтому каждое колено, оно обладало определенными характеристиками, оно обладало определенными способностями, и это было дано не для них, друзья. Это было дано для того, чтобы ответить на запрос того времени, чтобы каждый мог уделить свою часть, друзья, и это могло послужить благословением для другого.
Вы знаете, брат Юра здесь доносил эту мысль из... Я ее слушал, получил огромное благословение из Агея. Помните ее еще? И вы знаете, я когда с ним разговаривал, он говорит, абсолютно, и мы так порадовались вместе. Он говорит, что без первой главы Агея невозможна вторая глава Агея. А кто помнит, о чем говорилось в первой главе? Говорит, вам не время устраивать свои дома. Аминь, друзья. Поэтому сегодня Бог нас повлек не для того, чтобы мы устраивали свой дом. Аминь. Но для того, чтобы мы отстраивали храм. А кто этот храм сегодня? Ну, вот это помещение, может, кто-то считает. Нет, друзья, вы являетесь храмом. Бог, где сегодня обитает Бог? Поэтому сегодня Бог что делает? Он раскрывает тайну того, что, к чему мы призваны. Аминь. Потому что каждый из нас обладает определенными вещами, которые необходимы для восстановления этих храмов. Аминь. Храма, в котором обитает Бог. Поэтому выходит брат Джош. И он, знаете, приехал, ну, казалось бы, хорошо, мог бы там посидеть спокойно, послушать. Но нет, то, чем он обладает, он начинает это нести. Для чего? Чтобы помочь, друзья, строителям. Аллилуйя! Чтобы он внес свою часть для того, чтобы этот храм восстанавливался. Выходит, брат Павел начинает показывать эти мысли, сын дан нам. Для чего? Чтобы мы еще больше распознали позицию, к чему мы с вами предназначены. Мы не пришли просто посидеть на лавке. Вы знаете, что действительно, когда мы осознаем то, чем мы с вами обладаем, о мой Господь, мы станем непобедимой армией. Потому что когда самый слабый верующий становится на молитву, то самый сильный бес, пророк говорит, не устоит. Аминь. Когда мы увидим ту часть, которая Богом назначена нам, и войдем в это, и начнем служить, друзья, вы увидите, как эти бесы начнут рассыпную. Но они не просто так смылись, нам придется и побороться. Поэтому всегда, когда сатана рисует какую-то проблему, знайте, что в той проблеме вас будет ждать Бог. Аминь. Он будет вас там ожидать. Аллилуйя. Потому что сегодня происходит искупление силой. Аминь. Тот же самый Дух, Он силой выводил свой народ. И все бесы, которые вас... которым Он позволял, друзья, появляться, Он же их и сокрушал. Только вы не сомневайтесь в этом, вы двигайтесь в этом, смело, друзья, наступая на всякую вражью силу. И вы увидите, что тот же самый Господь, Он будет поборать ваших врагов. Аллилуйя! Хорошо. О, мой Господь! Хочется показать эти вещи, знаете... Всем знаменитое место – это 1 Царств, 25 глава. Я, правда, дома уже говорил об этом, но брату Павлу сказал, он говорит, ты знаешь, когда начинаешь с кем-то беседовать, Бог еще эту мысль больше, ну, раскрывает. Бытие, 1 Царств, 25. Я, правда, когда начал снова к ней подошел, я даже не обращал внимания, что с первого стиха там уже начинает раскрываться тайна. И умер Самуил. Вы знаете, это просто, ну, казалось бы, ну, умер, можно погоревать. Но в Библии ничего просто так не написано. Здесь говорится, и умер Самуил. Друзья, кто помнит, кем был Самуил? Он был пророком. Аминь. Аллилуйя. А кем он еще был? Он был последним судьей периода. Друзья, он был последним судьей. Поэтому я верю, что здесь сокрыта тайна сегодняшнего дня. Аминь. Потому что когда пришел наш пророк на землю, я верю, что он был пророком, посланным Богом. Но точно так он был тем последним, которого Бог послал, друзья, к периодам, которые заканчивались. Аминь. Поэтому здесь раскрывается тайна перехода от человеческого, потому что Самуил был из колена Левия. Аминь. Поэтому здесь раскрывается тайна, что человеческое руководство заканчивается, периоды заканчиваются. Аминь. Аллилуйя. То есть здесь описывается наш день. А если описывается наш день, и ты можешь ухватить, что это за день, тогда ты понимаешь, что от тебя требует Господь.
Аллилуйя! И собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его, в Раме. И вдруг с каких-то делов написано, Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Ну, к чему, казалось бы, тут идут похороны Самуила, можно, знаете, сказать было каких-то слов приятных еще Самуиле, друзья, но здесь описывается сразу Давид. Аминь, но я верю, что здесь показан переход, потому что Давид, он уже был из колена Иуды. Переход от левитского служения, от человеческого руководства, получается переход куда? К Божьему руководству. Аллилуйя! О мой Господь, и это очень важно видеть, потому что если ты не распознаешь этих вещей, ты все еще будешь жить под человеческим руководством. Ты все еще будешь смотреть в прошлое, не понимая, что Бог делает сегодня. Аллилуйя! Был некто в Маоне, а имение его накормили. Человек очень богатый. У него было 3000 овец, 1000 коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Снова, друзья, происходит переход, и снова начинает раскрываться родословие. А имя жены его Авигея, эта женщина была весьма умная и красивая, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. О, мой Господь! Мой Господь! Какое было время? Было время стрижки овец. Аминь! Было время стрижки овец. И я зашел, вы знаете, во Второзаконии 18 говорится, что десятую часть, не как, отдавай начаток от стрижки, от шерсти. То есть, когда происходила стрижка овец, друзья, это не просто событие, которое здесь описывается. Потому что во время стрижки овец хозяин, друзья, он устраивал праздник. Это был великий праздник для пастухов, когда они просто накрывали столы, они брали эти куски мяса, друзья, и они начинали просто, ну, праздновать, они кормили этих пастухов, друзья. То есть понимаем, что во время перехода происходит, раскрывается время стрижки овец, в которой устраивали праздник. Друзья, вы видите, к чему я это все веду? Потому что Сын дан нам. В каждом из нас, друзья, заложены определенные вещи. И эти вещи, они не даны для вас. Они даны для того, чтобы мы могли благословить других. Аллилуйя! И вот Навал. Я вам скажу, что для праздника Бог его благословил всем. Именно поэтому написано, что он был очень богат, он обладал, у него было очень много достатка. Бог благословил его семью. Бог благословил, я верю, там, ну, настриг шерсти уже столько, что, наверное, хватило бы на год, и еще бы сполна бы хватило. Аминь. Но Навал не понимал того, что происходит. Навал не понимал время, в которое он живет. Он не понимал, кто такой был Давид. Аллилуйя! О, мой Господь! Хотя у него были способности, и он был одарен тем, что могло благословить Давида. Аллилуйя! И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. О, мой Господь, слава тебе! 5 стих. Не хочется торопиться, правда, волнуюсь немножко. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам, «Взойдите на Кармил, и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени. И скажите так, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Я верю, что послание, друзья, когда оно приходит к нам, оно тоже приходит и говорит, мир вам, аллилуйя. Как брат Павел на этом лагере, он говорил, что всегда, когда приходит Господь, ты падаешь перед Ним, как мертвый.
То есть, когда ты попадаешь в присутствие Бога, ты как будто мертвый. Ты в браке, ну, ты в страхе. Но однако же ангел говорит, помните что? Не бойся. Он снимает давление, он раскрывает свое сердце, и он показывает свою натуру, кем он является. И я верю, что и сегодня он пришел и сказал, не бойтесь, я не пришел к вам с войной. Я не пришел к вам, друзья, просто уничтожить вас. Я пришел с миром. Аллилуйя! О, мой Господь! Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе и так, да найдут отроки благословения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. Аллилуйя! Это был праздник, и Бог снабдил всем необходимым навала. О мой Господь, я верю, что самый лучший пастух – это наш Христос. Аминь. Поэтому Он приходит и что? Благословите. Поэтому сегодняшний день, когда раскрывается Библия и показывает, что то, чем нас снабдил Бог, это не для нас, друзья, а для того, чтобы мы могли благословить Христа. Благословить, друзья, Христа, живущего в каждом из нас. Аминь. И пошли люди Давидовы, и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, кто такой Давид? И кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Аллилуйя, друзья! То есть Навал не понимал того, что происходит. То, что Бог чем его благословил, он все это взял и для себя прикопал. Он оставил своим это пастухам. Он оставил для себя, друзья. Но Бог не такой. Если Бог что-то нам дарует, это не для того, чтобы это оставалось при нас, но для того, чтобы несло благословение для других. О, мой Господь! 14 стих. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг. Аллилуйя! Сказав, я верю, что Бог послал сегодня для нас своего слугу. Аминь! Для того, чтобы известить нас. Для того, чтобы раскрыть время. Раскрыть требования. Аминь! Мы же, друзья, мы согласны с этим? Аминь! Потому что Бог не желает, друзья, чтобы человек погиб. Но Он желает, чтобы человек спас. Поэтому Он посылает это благословение. И приходит слуга и начинает раскрывать тайну того, что происходит. Поэтому я верю, что когда описывается Авигея, друзья, Бог описывает невесту, ее характерные черты. Точно как Ревека, которая была избрана Богом для того, чтобы стать женой Исааку. И она была соблюдена всем необходимым на то время, на то требование. Поэтому Авигея, друзья, она тоже обладает всем необходимым, чтобы ответить на требования. Авигея же, жену Навала, известил один из слуг, сказал, «Вот, Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина». Но он обошелся с ним грубо. Аллилуйя! Вы знаете, Авигея, как человек, могла послушать слугу и сказать, Господи, крышка нам, надо текать. И она бы могла взять все это сокровище, нагрузить на мула, и, ну, ты направо, я налево. Ну, правда, по-человечески. Сегодня, когда приходит беда, как мы поступаем? Надо запастись на черный денек, ну и подальше от беды. Друзья, но Авигея, она не таким образом была устроена. Сын дан нам. Она понимала этот принцип, что не нужно бежать от проблемы, но нужно идти в проблему, потому что она знала сердце Христа. Она знала сердце Давида, и она знала, что Давид – это будущий царь. Аминь. Поэтому сегодня наш слуга пришел и известил, и раскрыл тайну того, что Бог совершает сегодня.
Аминь. И он показал, что от невесты сегодня требуется. Аллилуйя. Поэтому нам не требуется бежать, нам не требуется критиковать. Но в вас заложено все, что необходимо сегодня для Христа. Аминь. Он вас снабдил сегодня, друзья, кого-то молитвой, кого-то другим, другой какой-то способностью. И то, что он от вас, и он сегодня от вас требует то, что в вас и заложено. Аллилуйя. Чтобы благословить его. Однажды Иисусу сказали, там о еде, мы вот пошли и купили хлеба. А помните, что он ответил? Что есть питье? Это творить волю Отца. Аминь. Поэтому мы понимаем, что когда речь идет о еде, друзья, это говорит о том, что мы можем, что творя волю Отца, этим самым мы питаем Дух. Аллилуйя. 15 стих. А эти люди очень добры к нам. Не обижали нас. Аминь. Каждый день, друзья, Бог нас благословляет. Каждый день Бог заботится о нас. Нету ни одного мгновения в вашей жизни, друзья, которым бы Бог не позаботился. Вы знаете, мы когда сюда ехали, мы ехали с семьей. Пятеро. Но на таможне белорусской троих наших детей не пропустили. И я там стоял, я всячески пытался на таможенника, знаете, там оказать влияние. И он, бедолага, стоял, пока у него уже лицо тряслось там. Но сейчас я понимаю, друзья, что это благословение было. Потому что если бы они приехали сюда, они бы отсюда с трудом выехали. Аминь. Аминь. Поэтому даже те вещи, что Бог допустил при поездке, я знаю, что и в этом заложено благословение. Все, что не происходит, это в Божьих руках. Поэтому если бы Господь хотел, чтобы они здесь были, Он бы позаботился, и они бы были здесь, и приехали, и уехали. Но Он усмотрел другой путь. Поэтому все, что в вашей жизни происходит, принимайте с благодарностью. Аллилуйя! И наблюдайте, почему Господь делает. Потому что Он не хочет делать вам зло. Он пришел делать для вас добро. Точно как пророк сказал, что когда приходит Господь, Он всегда что-то совершает доброе. Аминь! Может, нам кажется это недоброе для вот этого человека, но для внутреннего, друзья, это самое доброе. Аллилуйя! Эти люди очень добры к нам. Не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, будучи в поле. Они были для нас оградой и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать. Сегодня то же самое, тот же самый Дух, сегодня говорит, что Сын дан нам. Аминь. Подумай и посмотри. Когда мы видим, как этот мир, друзья, как этот безумный мир, в котором мы родились, под главенством которого мы раньше находились, мы видим, что он отверг это слово. Он отверг эту милость, друзья. И он не оказал должное расположение Христу. И этому миру, друзья, наступает конец. Суды начинают обрушиваться, но к нам был послан посланник, друзья, который сказал, посмотри, что нужно сделать. Аллилуйя! Тогда, Авигея, 17, итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его. А он человек злой, нельзя говорить с ним. Аминь. Тогда Авигея поспешно взяла. Как взяла? Ну, я подумаю. Ну, 200, наверное, много. Может, один возьму. Друзья, то, к
чему она имела доступ, она взяла это поспешно. А теперь скажите, послание, которое мы с вами имеем, разве пророк не сказал, что оно скорое? Аминь. У нас нету времени сегодня размышлять, нету времени рассусоливать, думать там о чем-то. С поспешностью — это характерная черта невесты. Когда она услышала это слово, она приняла его с поспешностью. Аминь. Принимает решение с поспешностью. Я вчера читал пророка, это принимая решение проповедь. И пророк говорит, что я бы не доверял человеку, который услышал об этой истине. И начинает с этим спорить. И начинает с этим, знаете, там, оттягивать, принимать решения. Говорит, я бы такому человеку не доверял. Аминь. Поэтому Бог приходит и раскрывает тайну, раскрывает время и говорит Авигее, прими решение. И она принимает решение с поспешностью. Аллилуйя! Поэтому, когда мы слышим сегодня такие высказывания, «Сын дан нам, и Дух Святой указывает на вас, на то, что в вас заложено, друзья». Это не просто высказывание брата Павла. Я верю, что это Дух Святой, друзья, повел и проговорил. Как вы к этому отнесетесь? Ну-ну, я проверю. Я посмотрю. Я имею право посомневаться. Я имею право. Друзья, вы знаете, что это век прав. Вы имеете право. И Лаодикийский церквопериод, друзья, он, это век прав. Но мы сегодня имеем одно лишь право. Это следовать за Христом. Невеста сегодня отказывается от всех своих прав и ставит Христа на первое место. Аллилуйя! Тогда Авигея поспешно, друзья, поспешно, если от меня Господь нечто просит, если я сегодня могу чем-то Ему помочь, я с поспешностью это сделаю. Я говорю, я удивлен, братик выходит, и то, что в нем заложено, он выходит с поспешностью, я хочу благословить вас тем, чем Бог меня благословил. Аминь. Помните, когда здесь брат Малком говорил, что вы как сосуд, который Бог наполняет водой. И по мере того, как вы эту воду пьете, что Он делает, Господь, тогда? Он снова наполняет этот сосуд. И если вы говорите, Бог меня не благословляет, тогда, может, ты не отдаешь то, чем тебе Бог напитал? Отдавайте эту воду. Аминь. И вы увидите, как Бог снова начнет наполнять ваши сосуды. Потому что в каждом из вас находится то, что необходимо Христу. Находится то, что необходимо этому телу. Аллилуйя! Друзья, все это здесь описывается не просто так. Потому что у этого есть определенные последствия. Есть последствия у Навала и есть последствия у Авигеи. Аминь. Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 овец приготовленных, 5 мер сушеных зерен и 100 связок изюму и 200 смокв и навьючила на осла. И сказала слугам своим, ступайте впереди меня, вот я пойду за вами. А мужу своему Навалу ничего не сказала. Аллилуйя! Она не стала, друзья, советоваться со своей натурой. Аминь. Она не стала смотреть на свои чувства. Ну, если я так поступлю, от меня все отвернутся, как я вообще буду выглядеть в глазах других людей? Друзья, какая разница, как ты будешь в чьих-то глазах выглядеть? Важно, как ты выглядишь в глазах Христа. Аллилуйя! О, мой Господь, слава тебе! 23 стих. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. О мой Господь, что это такое? Друзья, это подход ко Христу. Аминь. Она не подошла, знаете, и вышла такая, значит так, Давид, кто ты такой?
И если бы она начала повторять слова своего мужа, Навала, друзья, к чему бы это привело? Но она понимала, друзья, перед кем она стоит. Она понимала эти принципы подхода ко Христу. Друзья, вы знаете, что то, как мы подходим друг к другу, это тоже имеет важное значение. Аминь. Мы не падаем друг перед другом в ноги, друзья, но мы почитаем того Христа, который находится в брате и в сестре. Аминь. Поэтому, если мы хотим кого-то благословить, мы имеем правильный подход. Аминь. О, я приду, я ему все выскажу. Ну, тогда будь готов, что и тебе тоже все выскажут. Аллилуйя. О, мой Бог, слава тебе. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала. Ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты пригласил. Ныне господин мой жив, Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Аллилуйя! Друзья, то исповедание, то, что она говорила, это тоже важно. Пророк сказал, что неважно, какие симптомы есть в вашем теле, говорит, исповедуйте то, что он совершил. Аминь. Поэтому, если в вашем теле болезнь, исповедуйте то, что он уже одолел эту болезнь. Аминь. Не то, что я грешник бедный, это мне нужно, это за то, за все, друзья. Но ты понимаешь, что каждая болезнь, она уже побеждена на Голгофе. Она уже сокрушена. Поэтому ты сегодня лишь цитируешь факт того, что он уже совершил. Поэтому, когда ты подходишь ко Христу, ты начинаешь прославлять его. Аминь. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. О, мой Бог, слава тебе! Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо воины Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Аллилуйя! Поэтому она знала его сердце. Она понимала, она не просто, знаете, пришла и начала льстить его. Ну, уговорю его, может смилостивиться. Она знала, друзья, сердце Давида. Она понимала, что Давид – это царь, которого Бог воздвиг, которого Бог помазал. Потому что Давид был уже помазан Самуилом. Аминь. И она ожидала, и она имела правильный подход, друзья. И это изменило всю ее жизнь. Аминь. Поэтому сегодня Бог наделил нас определенными способностями. И мы должны осознавать, для чего нам это дано. Для того, чтобы послужить Христу, живущему в теле. Мы пришли сегодня на восстановление храма. А не просто, ну вот, посланник пришел, и мы в восхищение. Нет. Пророк показывает, что тот же самый дух, который находился в Елизе, который находился в посланнике, тот же самый дух сегодня сходит на невесту. Тот же самый дух, который был во Христе, друзья, снова сходит на невесту. А значит, она будет продолжать тот же самый труд Христа. А каков его труд? Поклонитесь мне все. Я Христос, Бог ваш. Разве так он пришел? Нет, друзья. Он пришел послужить, друзья. Он пришел послужить другим. Он пришел ради искупления, ради восстановления. Аминь. Поэтому сегодня Бог ожидает от нас, что мы смиримся перед Ним. Придем с этим пустым сосудом, с этим пустым, друзья, кувшином. А не со своими идеями, а просто отдадимся в его руки и доверимся, что он желает сегодня соделать через свою возлюбленную. Аллилуйя! И она смирится, друзья, потому что пророчество говорит, что древо невесты будет восстановлено. И тот же самый дух, он проявится в служении невесты. Аллилуйя! Поэтому мы служим друг другу, понимая, что в каждом из нас
находится Христос. Аминь. Вы знаете, в Неемии, 8 главе, описывается определенный праздник, праздник кущей. Аминь. И когда они пришли на этот праздник, и священники начали читать и изъяснять Писание, что происходило? Они начали плакать. И священник говорит, сейчас не время плача, не время. Сейчас время радости, сейчас время восстановления. Поэтому во время праздника кущей, друзья, люди распознавали то, чем их Господь благословил. И дальше в Неемии говорится, и сказал им, пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено. Аминь. Посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено. Это позиция сегодня невесты. Если Бог нас снабдил, если Он дает нам это тучное, если Он дает нам это вино, дает откровение, дает это слово, друзья, тогда что? Это не просто так, чтобы вы возрастали, чтобы этот храм отстраивался. Аминь. Он для того, чтобы эти части посылать другим. Аллилуйя! Потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. Аминь! Унылый дух сушит кости, Писание говорит. Аминь! Но когда ты осознаешь день, что это день не судов, для вас это не день суда. Если ты Авигея, если ты невеста, тогда это день восстановления. Друзья, но если бы ко мне пришел нотариус и сказал бы, тебе наследство. Ты получаешь сегодня большое наследство. Что бы произошло с вами? Вы бы расплакались, наверное. Но только от счастья. Вы бы возблагодарили Бога. Вы бы начали прославлять Его. Поэтому здесь раскрывается тайна, что когда Бог идет с этим судом, Давид идет с судом уничтожить этот мир, который отверг его, вы сегодня не подвергнетесь суду. Аминь. Вы сегодня имеете восстановление. И все то, что было утеряно при вашем первом рождении под этим физическим солнцем, под влиянием другого солнца, друзья, Сына Христа, мы сегодня имеем все наследие. Поэтому Елизер пришел, друзья, и у него были дары. У него было это, друзья, он принес этот документ, друзья, в котором была раскрыта тайна того, чем вы сегодня обладаете. Поэтому все, друзья, все духовные благословения сегодня возвращаются наследникам. Аминь. Ну неужели тогда надо плакать? Неужели тогда горевать? Нет, ты будешь автоматически радоваться. Я думаю, если у нас нет радости, мы еще не осознаем, что значит послание. Аминь. Поэтому, если ты понял, что сегодня происходит, что за день сегодня, брат, ты будешь благодарить Бога. Ты будешь веселиться. Поэтому и веселье, говорит, что этот праздник, это праздник веселья. И как там говорится, я восстанавливаю свой храм чем? Радостью и весельем. Благодать пришла, милость пришла от Бога, друзья. О, мой Бог, слава тебе! А когда ты это получаешь, ну неужели ты начнешь прятать это? Неужели ты начнешь, ну не побежишь к другому и не скажешь, брат, друг, сосед, радость великая. Бог пришел сегодня восстановить. А весь мир смотрит, какой восстановить? Война наступает, война грядет. Надо поглубже дырку копать, поглубже, чтобы спрятаться в ней. Друзья, никакая нора не поможет. Никакое бомбоубежище не поможет. Друзья, единственное, что поможет, это выйти навстречу Христу. И то, чем тебя Господь снабдил, отдать Ему. Аминь. Аллилуйя. Поэтому сегодня, когда пришел этот посланник, друзья, мир был снабжен всем, чтобы принять Христа.
Однако же они отказались. Они не распознали своего царя. Они не распознали своего пастыря. Но Авигея распознала. Потому что она обладала определенными характеристиками. Она была предназначена точно как Ревека. Вы же молитву помните Элизера? Он говорит, та, которой я скажу, это та, которая назначена тобой. Аминь. Поэтому, если вы сегодня распознали, и если вы берете все то, чем вас одарил Бог, и отдаете это в подарок вашему Христу, в подарок друг другу, это лишь показывает то, кто вы такие. О, да кто я такой? Что от меня тут? Друзья, не важно, чем вы снабжены. Важно, чтобы вы не унижали этого и приносили это Богу. Аллилуйя! 39 стих. «И услышал Давид, что Навал умер». О, мой Бог! Вы поймите, что Давид не мог взять Авигею до тех пор, пока Навал был жив. Но то, чем Бог благословил Навала, это же его и убило. Он ел на этом празднике. Он ел это мясо, друзья. И это его подавился этим куском. Не выдержал. Аминь. Навал умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову и послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену». Ее поступок, друзья, то, как она была устроена, то, что она оказала эту милость Давиду и приняла его, это ей помогло уйти от Навала, друзья, и войти в царский дом с женой. Аминь. А разве не на это послание нам сегодня раскрывает, что мы сегодня предназначены войти в царский дом в виде жены? Не рабы, не наложницы, друзья, но жены. И пришли слуги Давидовы. Кто пришел? Аллилуйя! Пришли слуги Давидовы. Поэтому сегодня снова приходят слуги Давидовы. И что они начинают? Они начинают показывать Авигее, кем она является, к чему она предназначена. Они раскрывают ей ее позицию. Аллилуйя! Они не говорят ей: ты никчемная, ты недостойная. Они не держат ее в законе, друзья. Но они раскрывают тайну милости и благодати Давида к невесте. Друзья, невозможно через закон, друзья, старый муж не умрет. Закон – это хорошо, но закон никогда ничего не доводит до совершенства. Это милость и благодать. Бог вас снабдил всем необходимым. Все, что мы можем, это только лишь принять то, что Он нам дает, и последовать за этим. Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену. Аминь. И брат Бранхам раскрывает тайну. Иисус Навин, он говорит, это Дух Святой. А еще в одном месте он показывает, что Иисус Навин – это служение, которое сегодня позиционно размещают невесту в ее уделе. Поэтому Дух Святой сегодня трудится через своих посланников, через пастухов, друзья, которые раскрывают позицию и показывают тайну соединения жениха и невесты. Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя, готова быть служанкой, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И 42 стих. «Собралась Авигея не спеша». Ну, теперь нельзя мне торопиться, чтобы ничего не забыть. А вдруг он, я ему не понравлюсь в таком виде? Друзья, она не рассуждала вообще. Она встала, поклонилась лицом до земли. Так, 42. И собралась Авигея поспешно. И села на осла. И 5 служанок сопровождали ее. Аминь, друзья. 5 служанок.
мудрые девы, друзья. Помните, дочери Салпаада, их тоже было 5. И когда они посмотрели, а там, оказывается, для дочерей-то наследия нет. Что они сделали? Они пришли к Моисею, они пришли к священнику и сказали, дай нам удел отца. Они востребовали то, друзья, что принадлежало по праву. Поэтому мудрая дева, она востребует. Она с поспешностью придет. И Моисей тогда вознес молитву, что и Бог сказал, хорошее дело. Сделай так, как они просят. Она не стала, ну, Бог наш, это судья грозный. Надо его бояться, надо его страшиться. Она понимала сердце Бога. Они понимали, друзья. Поэтому они вышли, друзья, с этой молитвой. Они вышли с хвалой, друзья. И они получили то, о чем просили. Аллилуйя. Собралась Авигея поспешно, села на осла. И 5 служанок сопровождали ее. И пошла она за послами Давида. И сделалась его женой. Аминь. Козел ведет на убой. Но истинные слуги, они приведут в дом Христа. Аминь. Козел ведет в закон. А по закону ты никогда, никогда не спасешься. Аминь. Потому что виновный против одной заповеди, виновен против всего закона. Аминь. Единственное, как мы можем туда войти, это по благодати. Принять ту тайну, которую Он сегодня раскрывает, как можно войти в Его дом. Не вашими усилиями, друзья. Одно наше усилие – это убрать себя в сторону и позволить Богу тем, чем Он вас снабдил, отдать это в Его руки. Аллилуйя! Время решения. Она быстро приняла решение. Смотрите, как она мгновенно отреагировала во время встречи. Быстро. Если они предопределены к вечной жизни, они будут знать об этом. Есть нечто в послании, что их взволновало. Друзья, можем себя узнать? Аминь. Если вас это послание будоражит, вы начинаете распознавать того, кто находится за этим посланием. Это же самое взволновало Ревеку. Послание взволновало ее. Ангел вел ее. Вы думаете, вас ведет брат Павел? Друзья, я верю, что тот же самый ангел, который стоял за нашим посланником, тот же самый ангел сегодня стоит за служениями. А как его распознать? Будет звучать тот же самый голос, который звучал через посланника. Она была взволнована. И сразу, после того, как она напоила верблюдов, на нее начали сыпаться дары. Когда мы, друзья, служим друг другу, мы служим Богу, а Он служит вам. Он начал доставать серьги, что обозначает, что означает, что вера приходит от слышания. Вы видите? Серьги. Когда ты отдал все, что он, чем он тебя наделил, серьги, друзья, это слышание. Поэтому ты начинаешь слушать слово, и ты начинаешь слышать, как оно раскрывает для тебя время сегодняшнее и твою позицию. Надел на нее браслеты, труды ваших рук. Поэтому, друзья, когда ты отдаешь ему полностью, друзья, тогда что? Он начинает трудиться через тебя. О, ну так я не хочу, я хочу вот так. Нет, друзья, тогда ты еще не полностью ему доверился. Аминь. Он приготовил ее, как только она начала раздавать воду. Раздавать воду жизни, как здесь брат выходит и начинает молитесь, возносите эту хвалу, возносите эту молитву, друзья, изливайте эту воду, исповедуйте то, что Он уже совершил для вас.
свидетельствовать, рассказывать другим, раздавать послания. Расскажи им, что случилось с вами. Аллилуйя! Не нужно просто разговаривать, говорить какую-то теологию, друзья. Как брат здесь выходит, я, говорит, люблю, говорит, свидетельство. Я люблю свидетельство. Друзья, что такое свидетельство? Это переживание человека со Христом. Аллилуйя! Если мы не проповедники, мы можем свидетельствовать то, что Бог соделал. Как я говорю, одна сестричка приходит, достает какую-то газету и начинает показывать, как на войне там солдаты о Боге вспоминают. Я слушал, слушал, думаю, ну, хорошее дело. Но я знаю одно, что если ты сегодня выйдешь на передовую, у тебя будут твои личные свидетельства. Аминь. Если ты не будешь это припрятывать, но если ты выйдешь, друзья, потому что все дары, все служения, друзья, они даны не для нас. Поэтому Писание говорит, что идите, несите и научите, и вас будут сопровождать знамения. Поэтому все эти вещи, они даны для служения. Поэтому, когда ты понесешь это послание, ты понесешь это слово, это свидетельство, ты увидишь, как у тебя будут свои личные свидетельства. Потому что тот же самый Бог, который через вас заботится о других, он будет заботиться и о вас. Аллилуйя! Еще одна цитата и все, друзья. Это из проповеди Веры Марии. Мария не стала ждать. Ей было все равно, что думали критики. Ей было все равно, что когда кто-либо говорил. Она встретила ангела. Аминь. Друзья, вы не встретили пророка. Вы не встретили просто человека. Но если вас сегодня коснулось это слово, вы встретились с ангелом. Аминь. Она видела его голос или видела его присутствие и знала, что он сказал ей правду, ибо он соответствовал Писанию. Аминь. Поэтому как нам распознать ангела? Его голос будет соответствовать Писанию на сегодняшний день. Он даже сегодня не будет указывать, просто смотрите на пророка. Друзья, я не уничижаю этого служения, потому что я знаю, найдутся те, которые это извратят. Бог на время брата Бранхама изрек слово, пришел пророк и исполнил свою часть. Аминь. И ушел. Но что же он делает сегодня? Что делает Господь сегодня? Неужели он будет нам говорить и указывать на прошлое, на то служение пророка? Он сегодня будет указывать на то, что Бог совершает сегодня. Аминь. Аминь, друзья. А сегодня служение выражается уже не в одном человеке, а в многочленном теле. Аминь. Поэтому я благодарен Богу за пророка. Если бы он не пошел и не совершил этот величайший труд, друзья, меня бы здесь не было. Но он пошел. Он услышал, друзья, я понимаю, через какое давление он шел. Потому что мы идем через это. Аминь. Когда он выходил и говорил послание, которое никто не принимал, это сильнейшее давление на человеке. Когда выходит служитель и говорит слово, и видит, как это слово не воспринимается, это давление на служителя создает. Аминь. И когда вы свидетельствуете, и вас начинают отворачиваться и критиковать, это на вас сказывает давление. Аминь. Аллилуйя. Потому что все силы ада, друзья, сегодня обрушатся не просто на невесту, но на тот дух, который был, есть в невесте. Аминь. Если все силы ада обрушились на Христа, то все силы ада сегодня обрушатся на вас. Друзья, но Мария, она вообще на это не смотрела. Она не смотрела на то, как и что там о ней будет думать. Ей было все равно, что думали критики.
Ей было все равно, что кто-либо говорил. Она встретила ангела. Поэтому, если ты встретишь этого ангела, брат, сестра, тебе будет все равно, что кто говорит. Она видела его голос, видела его присутствие и знала, что он сказал ей правду, ибо он соответствовал Писанию. Он пообещал ей благословение. Просто иди и верь. И она знала, что это произойдет. Друзья, если Бог сказал это, Он обязательно это совершит. Небо и земля пройдет, но Слово Божье не пройдет. Поэтому Господь сам себя связал своим Словом. Все, что мы можем, это не думать, но может это, не смотреть на обстоятельства, но просто доверять тому, что сказал Господь. Аллилуйя! И она знала, что это произойдет. О, она... И еще кое-что. Когда с вами случается такое, вы не можете оставаться в покое. Аминь. Это еще одна характерная черта невесты. Это еще лишь указывает на то, на тот день, в который мы живем. Точно как в Неемии 8. Говорит, ешьте тучное, пейте сладкое и раздавайте тем, у кого это не приготовлено. Поэтому пророк говорит, что в день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на тех, кто находился в верхней комнате, говорит, они перестали быть зайцами, они вышли и начали свидетельствовать о том, что Бог с ними соделал. Ангел сказал ей, что ее двоюродная сестра Елизавета, которая жила в гористой местности Иудеи, была стара, возрастом около 70 лет, и зачала, и что у нее будет сын. Иногда нам тоже говорит Господь. Аминь. И уже 6 месяцев она была в роли матери. Правда, это дитя, маленький Иоанн, не подавал никаких признаков жизни. Это их немного тревожило. Аллилуйя! Порой и мы так смотрим, и нас тревожит. Но почему же? Она же соприкоснулась с этим словом, соприкоснулась с этим посланием, с этим ангелом. Но почему не видим? О мой Господь! Но Мария не стала осуждать Елизавету. Ты, наверное, тайная грешница. Нет, друзья, что произошло? Сказала. Сказала, как только Елизавета и Мария пошла к ней, поэтому та жизнь, которой Бог наделил нас с вами, друзья, о мой Бог, ее не нужно прятать, потому что от соприкосновения с вами жизнь может сойти и вернуться в человека. Сказала, как только приветствие дошло до моих ушей, когда пришла мать моего Господа, как только я услышала его имя, откуда она услышала? Выходят проповедники, начинают говорить о его имени. Приезжает брат с Ирландии, начинает говорить об его имени. Аминь. Вы приходите к друг другу и начинаете говорить о его имени. Мой ребенок запрыгал в утробе от радости. Поэтому, когда вы свидетельствуете о Христе, друзья, с сегодняшнего дня, кому-то это может принести жизнь. Аминь. И он начал восклицать, когда услышал произнесенное имя Иисуса Христа, пришел к жизни. С того времени они больше не беспокоились о ребенке. Аминь. Поэтому, друзья, глядя на вас, я не буду больше беспокоиться о ребенке. Я знаю, что он живой. И он выражается, и он славит Христа. Аллилуйя! Потому что знали, что он будет. Великие дела Божьи были уже в пути. Симон, рыбак, сомневающийся и пренебрегающий своего брата Андрея. Ну давайте, это же Писание. Мы же можем себя увидеть в этих Писаниях. Иногда мы смотрим друг на друга и сомневаемся. Аминь. Который говорил, что Иисус был Мессия. Однажды Андрей уговорил его пойти на собрание. А что произошло с Андреем? Помните?
Первая глава Иоанна, Евангелие от Иоанна. Иоанн сказал, вот агнец. И Андрей что сделал? Иоанн, посланник, друзья. Иоанн, без Иоанна невозможно было распознать Христа. Аминь. Но Андрей не держался за Иоанна. Он пошел ко Христу. И когда он шел за Христом, он повернулся, зачем идешь за мной? Он говорит, хочу знать, где ты живешь. И когда они пришли ко Христу, они пробыли весь день, и это его изменило. Аминь. И он уже не просто бегал за Иоанном, друзья, он уже имел встречу со Христом, и жизнь Христа выражалась через Андрея. Аллилуйя! Сегодня наш посланник указал на Христа. Сегодня каждое служение указывает на Христа. Для чего? Чтобы мы нашли место, где Он обитает, соприкоснулись с Ним, и эта жизнь, которая была во Христе, начала через нас выражаться. Аминь. Симон, рыбак, сомневающийся, пренебрегающий своего брата Андрея, который говорил, что Иисус был Мессия. Однажды Андрей уговорил его пойти на собрание. И как только он пришел в присутствие Божье, аллилуйя, куда нам надо привести людей? В присутствие Божье. А вы знаете, что если он живет в вас, люди, соприкасаясь с вами, они входят в Божье присутствие. Аминь. Поэтому однажды Симон, друзья, попал в Божье присутствие. Иисус посмотрел на него и сказал, «Твое имя Симон, ты сын Ионы». И с того времени Петр стал верующим. Аллилуйя. Поэтому, попадая сегодня в присутствие Христа, который в вас, друзья, Бог может проговорить человеку, и это сделает его верующим. Аминь. Слава Господу. Друзья, чем мы сегодня обладаем? То, чем Бог нас наделил, это не для нас. Сын дан кому? Нам. Не самому себе. Брат Бранхам сказал, что Иисус имел полное право завести семью, иметь жену, иметь детей. Стать, может, я думаю, знаете, он был бы успешным человеком. Точно говорю, с тем даром, который в нем был, он мог бы такую карьеру сделать. Друзья, но цель его была не в этом. Аминь. Его цель была записана в Писаниях. Аллилуйя. Поэтому он убрал свое собственное понимание, смирился перед Богом, друзья, для того, чтобы выразить то, к чему он был предназначен. Аллилуйя. Поэтому невеста сегодня понимает свою позицию, к чему она предназначена, и она входит в эту позицию. Аллилуйя. Вы знаете, в Иезекииле, в 3 главе говорится, Иезекиилю было сказано, съешь эту книгу, и она будет сладка в устах твоих, как мед. И говорит, и теперь неси это слово дому Израилеву. Аминь. Поэтому сегодня Бог пришел к нам и говорит, съешь эту книгу, и она в устах твоих будет сладка, как мед, но в чреве твоем она будет горькая, потому что тебе надлежит пророчествовать пред племенами и языками многими. Аминь. Позиция невесты, то, чем Бог ее снабдил, принести это людям. Аллилуйя. И еще Иезекиилю было сказано, если... Сейчас. 18 стих. 3:18. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь. Я скажу беззаконнику, смертью умрешь. А ты не будешь вразумлять его, и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Аминь. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззаконного от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он,
и я взыщу его кровь от рук твоих. Друзья, то, чем Бог нас снабдил, это не для нас. Это для того, чтобы мы несли служение. Чтобы слово, которое было сокрыто в этих сосудах, оно могло доноситься до каждого. Вы помните историю из Эсфири, когда Мардохей сказал: «Не на этот ли час Бог тебя создал, чтобы ты вошла в присутствие царя и встала в пролом, друзья, за свой народ?» Аминь. Поэтому что сделала Эсфирь? Она приготовилась. Она начала молиться. Она вошла в пост. И она вошла. Несмотря на то, что по закону она могла умереть, она вошла в присутствие своего мужа. Почему? Она знала сердце своего мужа. Она знала, что он не уничтожит ее. Она не пришла там топнуть ногой, показать свой характер. Она пришла согласно времени и согласно требованию. И жезл коснулся, друзья, ее. И она осталась жива, и жив народ. Поэтому невеста, друзья, она понимает свою позицию. То, что ей дано, это не ей дано. Сын дан нам. Аминь. Сын дан нам. Пусть Господь вас благословит. Правда, я имею огромные благословения, друзья. Скажу больше. То, чем Бог благословляет меня, это благодаря вам. Потому что Сын дан и мне. И соприкасаясь с служением вашего пастора, друзья, Бог меня учит. Может, я неразговорчивый, но я стараюсь подмечать то, что я вижу, друзья. Аллилуйя! Я верю, что Бог через вас меня благословляет, а вас через мое скромное служение. Поэтому вспоминайте в молитве, друзья, наше там непростое время через то, что мы проходим. Я верю, Бог и допустил эти сложности для того, чтобы засветился этот бриллиант. Как брат Павел говорит, что надо давление создать, чтобы увидеть блеск. Друзья, при давлении невеста выразит то, что в ней заложено. Аминь. Весь этот народ при давлении, все люди на этой земле при давлении, они выражают то, что в них сокрыто. Поэтому Бог послал это давление, и из невесты выразится Христос. А навал получит свою часть. Аминь. Пусть Бог вас благословит. Давайте встанем. Спасибо большое вам за то, что вы расположены. Это дорогого стоит, друзья. Чтобы доверить эту кафедру, с откуда звучит слово, приносится это семя. Это говорит о доверии. Пусть Господь вас благословит. О, Господь Боже, спасибо большое. Больше всего, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Потому что мы можем говорить, Господь, мы можем сеять, как Ты говоришь, что семя приходит через тело, Господи, но жизнь приходит от Тебя. Господь, мы жаждем Тебя еще больше соприкоснуться, увидеть то, к чему мы предназначены, убрать в сторону свое понимание, свои взгляды, свои амбиции, свои чувства, Господь, но поставить Тебя на первое место в своей жизни. Спасибо Тебе, Господь, за это собрание, Боже. Я прошу Тебя, Господь, благослови мою семью, моих детей, благослови наше собрание в Мелитополе, Господь. Храни нас своей могучей рукой, Боже, и еще больше пусть изливается Твой Дух, Господь, и Слово, которое Ты сокрыл в нас, Господь, становится жизнью, Боже, чтобы среди этого, Господь, бесчестия, среди этого греха снова засиял Христос, Боже. Спасибо Тебе за все, слава нашему возлюбленному Господу Иисусу Христу. Аминь. Сегодня созидает храм из живых камней из тех, кто был в нем. Он краеугольный камень сам, и заглавный камень он. Из груды камней забыл.
излить он сегодня. Защищу.